В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать замечательный проект под названием Creeper World. Ребята, пожалуйста, зайдите поиграйте, потому что очень годный проект, создатели над ним очень постарались, замечательный, великолепный, большой, просторный спаун, много разных классных плагинов. Ребята, мы ждем именно вас, IP-порт есть в описании, заходите и играйте вместе со мной, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня ваш КНПК будет играть в Death Run вместе с моими подписчиками. Ребята, играю на новой карте Simple. Честно говоря, я не знаю, что она себя представляет. Ну что ж, поехали. Но, как говорится, не всем везет. Правда, я эту пословицу сам придумал, но все же. Ну что ж, а мы продолжаем. Надеюсь, в этот раз мне повезет. И команда синих уже побеждает спустя одну секунду. Ребята, это самая быстрая победа за всю мою жизнь. Команда синих победила буквально за пару секунд. Ну что ж, мы продолжаем. Так, я уже вижу, что уже два красных, это уже, ребят, опасно. Так, синих не так уж и много, всего лишь пока что играет 6 человек. Ребят, счет маловато, но я надеюсь, что в скором времени вы все зайдете. Ну, кстати, я вам скажу так, что сейчас, на данный момент, время 23:20. Ребят, как по мне, довольно-таки позднее время, но все-таки мне очень приятно то, что вы зашли. И большое вам всем спасибо. Кстати, тут был баг, если залезть сюда, то потом можно было, ребята, перепрыгнуть вот сюда. Но насколько я знаю, что Араум сегодня утром пофиксил этот баг. Поэтому я его повторять не буду. Ну что ж, мы, ребята, продолжаем. Дратуть и дратуть. Вот я, кстати, вообще ненавижу эти лазеры, потому что чё-то мне вообще с ними не фартит. Я, конечно, попытаюсь, но мне чё-то кажется, что я сейчас запарю. Или даже не пытаться, даже не знаю. Хотя как-то стрёмно. Давай, Фокси Геймер, ты пойдешь первый, я сразу за тобой. Давай, давай, давай. Ты первый, и я за тобой, мы как два брата будем. Так, а ну-ка. Ладно, все, я иду первым, потому что, как я понял, вот это Фокси Геймер, это вообще лентяй 228. От него мы вообще не дождемся никаких действий. Так, хорошо, шикарно. Да, вы что, ребят, ляпота не может быть. Кента пока прошел. Кстати, на меня это не похоже, потому что обычно я на подобных испытаниях умираю буквально за пару секунд, а тут ничего себе прошел. Вот это красавчик, да? Ага, вот этот парень уже готов нажать на кнопку, но мы, ребята, так сказать, не с того теста сделаны. Мы понимаем, что он сейчас нажмет на кнопку, поэтому первый пойдет Фокси Геймер. Потому что, ну, вы понимаете, я Кента ПК, все-таки, если я умру, будет жалко, да? Придется заново монтировать, придется заново снимать видео, поэтому. Пусть Фокси Геймер пойдет первый. Ну давай, иди. Ну ты чё стоишь-то? Давай, двигай. Ну! Ну давай. Ох, ну ты прям как девочка. Ты чё, ломаешься? Ладно, все, я сам сейчас сделаю. Ты просто смотри, учись. Вот просто смотри, как правильно играть. Вот так играют профессионалы, понял? Опа! Оп! Опа! Видели, а? О, вот это Кента ПК профи, ребят, вот это просто называется скилл 228, да, вот это я понимаю, Кента ПК классно играет. Ну нет. Ну что ж, это наш новый раунд, и мы, ребята, начинаем. О, парень полетел, давай, пока. Так, тут есть еще одна подлая ловушка, поэтому нам на нее главное не попасться. Потому что я уже один раз поджарился, мне и так пукан горит, куда мне больше огня. Ля-ля-ля, тополя, оп. Ого, нажал на кнопочку. Ну, бывает, бывает. Бывает жизнь огорчением. Ой, это кто у нас был? Это у нас Спарки ТВ. Спарки ТВ, кстати, красиво умер. Так сказать, не зря. Кстати, ребят, на удивление, онлайн очень маленький. Не знаю, возможно, вы все спите. На данный момент время 23:30. Ну, я не знаю, я в такое время только просыпаюсь, поэтому... поэтому для меня это еще рано ложиться спать. Ну что, продолжаем. Так, ага, парень готов нажать на эту кнопку, но я, ребята, понимаю, что могут меня убить, поэтому надо как-то... Надо как-то все осторожно это делать. Ну, как по мне, кстати, вот это испытание, оно самое легкое. А ну-ка. А, все, все, вот видите, ребят, Кента ПК прошел, все, я не ошибался. А что это такое? Ух ты, ничего себе, слушайте. Прикольно. Так, а ну, Кентух, давай, пожалуйста, не зафейли, прошу тебя, брат! Хорош, Кентуха, красавчик. Да, да, да. Ой, ну, знаете, ребят, есть такие дурачки, которые нажимают на все кнопки подряд. Видать, в этот раз команда красок просто нажимает на все кнопки подряд. Но я не понимаю этих парней. Или не на все подряд, но как-то они странно поступают, однако. Ну что ж, давайте я вам скажу свое мнение об этой карте. Ребята, как по мне, карта великолепная, потому что карта очень разнообразная.
карта очень неординарная. Честно говоря, мне уже надоели обычные однотипные карты. Рум в этот раз постарался и сделал действительно годную карту. Большое им спасибо, потому что карта просто отпад. Карта улетная, очень сложная, очень много разных испытаний. Она мне, ребят, лично очень сильно понравилась, прям очень-очень. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, тогда будет гораздо больше мини-игр, тогда будет гораздо больше дезрана, поэтому все зависит только от вас. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А с вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока!